На 7% увеличилось количество ковидных больных за неделю на Камчатке. По данным Центра по мониторингу, полуостров занимает 8-е и в то же время последнее место среди субъектов Дальневосточного федерального округа по приросту заболеваемости. Наибольший прирост за неделю наблюдается в Еврейской автономной области. Там количество выявленных случаев COVID-19 выросло на 21%. Всего в России насчитывается более 1,5 миллиона случаев. Это 4-е место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией. На 3-м месте Бразилия, на 2-м Индия. 1-е место по заболеваемости занимает США, там насчитывается почти 9 миллионов человек. Добавим, что за последние сутки на Камчатке количество больных COVID-19 увеличилось на 51. Всего же на полуострове зафиксировано 5723 случая инфицирования. Выздоровело 3638 человек, из них 31 за последние сутки.